Всем большой привет-привет, это Михаил Кобзарь, Пурлын ТВ. Второй день выставки Кобо Шоу 2023 в Сеуле, Южная Корея. 10 утра, народу еще пока немного, и пройдемся по аудиозалу сегодня. Я здесь еще не был, и посмотрим на решение. Постараюсь все перекричать, потому что здесь будет довольно громко местами. Очень много аудио решений конференц-системы. Как видите, невиданные ранее до этого GTS. Sennheiser, Bosch, конечно же, куда без них, тоже конференц-системы. Камеры Lumens, Bose, Audio Technica, Colrec, Mayer Sound. Посмотрите, какая прелесть, а. Low Frequency Control Element, большой-большой саб, огромный. И часть линейного массива Mayer Sound. Красота. Ну, Colrec, конечно, тут вообще без комментариев. Это топовые решения. Прекрасные панели для мастеринга звука, проведения живых мероприятий. Полностью все айпишное уже давно. Они просто невероятные. Огромные, гигантские, очень красивые. Ну, естественно, функциональные. Чтобы на такой научиться работать, я не знаю, сколько времени нужно и сколько мозгов. А вот такие вот коммутационные панели, полностью все защищено от обрывов связи, и все это можно размещать на каких угодно расстояниях, я думаю, уже даже на разных континентах. Пульт где-нибудь в Австралии, а вот это вот самая аналоговая или цифровая вторая часть где-нибудь в Москве. Далее. Что у нас за углом? Mi Pro, антенные системы и микрофоны и все остальное. Антенна типа Super Grip. Вот так вот, Wideband, Multidirectional, циркулярная поляризация. Усилители, дивайдеры, направленные антенки, конечно же, микрофоны. Best Solution for AV System. Интеграторы опять у нас здесь. Тоже довольно любопытно, что это скалеры. И пульты делегатов, всякие компоненты систем, ARX, аудиомодули, сплиттеры с изоляторами, AES, EBU конвертеры, микрофончики очень тоже интересные, Countryman, где-то я их видел раньше, Call to IP, это у нас IQ, пульты, насколько я помню, для радиосистем, вот его, собственно, основная часть, и вот он самый пульт. А далее опять достаточно стандартные на вид системы для проведения конференций. От одной кнопочки до больших. Ну, это телевик тоже. Кто его не видел, если вы посещали разные выставки, то телевик вы знаете уже. В России он также представлен. PR Zone, конечно же, Daon SD. Да, этот стенд я уже обходил с другой стороны. Это тоже конференц-система. LNB. Это явно корейские решения уже. Спикеры различные для разных помещений совершенно. ASL. Линейные массивы. Пульты опять делегатов или кого, я, честно говоря, не совсем пока понял. Да, для интеграции и конференции чего угодно. Также пульты обычные, аналоговые даже. Усилители, опять же, всякие колонки, массивы и очень-очень много всего похожего чуть-чуть. Даже такие вот рупоры забавные на вид. Заворачиваем сюда еще звук, конечно же. Dasan SR, линейные массивы, огроменные и не очень огроменные. Пойдемте туда, посмотрим, что-то там светится. Vitec Group. Микрофоны Rode. И все остальное. И даже есть, смотрите, даже есть звуковые решения типа Behringer. Вот так. Модуляторы, покет-операторы. Что, в общем-то, ну, нормально. Можно сказать, маленький микшер и, конечно же, филд. OP-1. Кто знает, тот знает, что это такое. Потрясающие вещи. Филд большой, маленький. А вот этой штуки я вообще не видел еще. Kinetic Engineering. Очень интересная фирма с замечательным дизайном.
Дальше с этой стороны очень много роде. Пушки маленькие, большие, микрофоны здоровые, с предусилителями, потрясающие штуки тоже. И маленькие Rode Everest Go 2, конечно же, кто его тоже не знает. Далее SoundCat, это, видимо, дистрибьютор всего. Это что за штука такая? Circuit Rhythm, кто-то здесь играет, наверное, да, потому что все это громкие стенды, и сейчас уже скоро, когда народ сюда придет, начнется большое-большое шоу и мероприятие. Ну, тут понятно, Yamaha, можно даже не писать, что это такое. Очень узнаваемый логотип из трех метрономов, скрещенных стейджа пока нет, и это даже хорошо, потому что можно пока поговорить. Барабаны. Вот уже пульты, очень интересные, цифровые. Digital Mixing консоль, они все больше похожи на iPad какой-то с кнопками. Все меньше ручек и все больше экранов и вот такой интересной графики. Но, тем не менее, аналоговые входы, я думаю, и Dante здесь поддерживается также. От маленьких консолей до больших, конечно же, Dante Reverge PM. Здоровенная консоль, ну... Скоро, я думаю, она превратится в огромное количество экранов или один какой-нибудь большой тачскрин. Вот. Ай. Вот так вот. Здесь все красиво. Можно взять такие вот наклеечки замечательные. Да. Гитары. Гитары. Сколько уже времени я пытаюсь научиться играть на гитаре, все никак не получается. Местечко для отдыха и чего-то еще. И свет. Да, про свет я как-то пока забыл. Это вот... Здесь несколько стендов таких ярких, очень красивых. Сами видите, насколько все это хорошо освещено. Какие-то невероятные приборы. Я в них не особо разбираюсь, но посмотрите, какая здоровая голова. Голова – это хорошо. DMX, конечно же. Здесь тоже головы от, даже не скажу маленьких, от больших до каких-то гигантских, совершенно зенитных прожекторов. Вот такая вот штука. Большая, 5500, 1500 ватт, явно он светодиодный, гигантский абсолютно. Здесь у нас идет дым, фок-машина, совершенно замечательная. Маленький хазер такой, ну не маленький, честно говоря, зато с вентилятором. Прекрасно, этот хазер тоже такой любопытный. Да, и есть поменьше, есть побольше. Да, ребят специализируются на жидкостях. Bubble Liquid, да, вот, то есть тоже на вкус можно выбирать любой тип, как это, жижи даже, и даже азотная такая пушечка, которая, не пушечка, снег делает, Snow Machine, да, на основе азота. Пузыречки, пожалуйста, во, кайф, отлично. Вот так это работает на больших стейджах. T-Max Pro Sound, интерфейсы, аудиоинтерфейсы всякие разные, небольшие, честно говоря, аудиопульты и микроаудиопульты даже, ну какой маленький, приятный. Дальше светодиодные решения, некие экраны, которые можно повесить дома, я уж не знаю, что это. DMX Store называется, да, с управлением от айпада. Очень любопытно. Blaze Connect Configure Control. Аудио решение по зонные микшеры, да, на разные самые предприятия. Belden, ну конечно, Belden. Hello. Belden, это хорошо. Would you drink americano? Oh, later. Thank you. Bye. Все хотят напоить меня кофе и что-нибудь подарить, но я пока воздерживаюсь, потому что, ну, это же совсем прям, если везде пить кофе, то потом глаза будут квадратные. Sound Plus, всякие микрофонные системы для спецзадач. Смотрите, чтобы снять звук, допустим, с саксофона, то надо вот такой микрофон хитрый. Ну, а труба тут порезана, ну, понятно, тоже. Дальше некие... контроллеры, усилители и еще свет. Свет, пары, головы, все что угодно.
заливающие, DMX, все, что необходимо. Вот здесь уже дискотека начинается прям совсем. Шарики, моторизованные лебедки. Вот где-то меня здесь должно быть видно. Люминс, да. Да, различные системы. Камеры NDI-HX, Люминс, ну кто их тоже не знает, они уже представлены довольно широко. Народу прибывает постепенно и становится все интереснее и живее. Вот хотите такую колонку себе во двор? Можно кинуть камень, да, который будет петь. Еще микшеры, еще всякие усилители. Это что-то вообще интересное. Фреймы для распространения сигналов. Мне так кажется, любых абсолютно, не только аудио. И мы вернулись к началу. Вот такой аудиозал, довольно любопытный, я скажу точно. Потому что можно найти все что угодно на любой вкус. От какого-то большого микшера и огромного линейного массива до маленьких микрофончиков, микшеров и решений для такого домашнего аудио.